Приветствую вас на нашем очередном вебинаре. Очень радует, что количество участников у нас увеличивается. Следующий вебинар у нас пройдет в пятницу. Мы вам дадим заранее еще информацию по вебинару на тему и кто будет его проводить. Сегодняшний вебинар у нас проводят наши бриллиантовые директора Абдурахмонова Райхона и Аблихаджаев Джахонгир. Райхона Джахонгир, начинайте. Сегодняшний наш вебинар, как вы видите, как управлять структурой во время самоизоляции или во время карантина. Всем не секрет, все уже знают, что в многих странах уже жесткий карантин, и люди сидят дома, и у многих очень много времени, можно чем-то заняться и развиваться через интернет. И поэтому я именно выбрала эту тему, чтобы, не дай бог, если у нас объявить карантин, чтобы мы были готовы удержать свою структуру во время карантина, чтобы после карантина опять все заново не собрать. Если голос пропал, перезайдите, пожалуйста, или зайдите через другого браузера. Потому что ProofMe... Так, все хорошо. Карантин дает возможность многим директорам, лидерам, которые работают в офлайн, потихоньку перейти в онлайн. Так. Несмотря на такой тяжелый период, в наших продуктах очень много спроса, так как мы уже все читали в чатах, мы уже все знаем, что наши продукты входят в список в первой необходимости. Так как испокон веков люди купались, умывались, убирались дома, и наши продукты как раз для них, чтобы не сходить в магазин, а просто заказывать через интернет, и можно сразу получать все сразу, не ходить масками на рынке, в магазине. Давайте посмотрим вот этот слайд. Хочу поговорить с вами, что наша структура состоит из трех сегментов. Вот дисконтники, консультанты и лидеры. А как можно удержать каждый этот сегмент во время карантина, мы сегодня с вами разберемся, каким методом их можно удержать. Вам такой вопрос. Какой сегмент для вас самый выгодный? То есть напишите в чат, кому какой сегмент нравится, кто хочет больше уделять внимание именно на этот сегмент. То есть дисконтники, консультанты и лидеры. Лидеры. Так, третье. Ого. Еще. Отлично, спасибо. То есть единогласно все выбрали лидеров. Не зря, потому что... Так. Да, у нас... Но все равно у нас в структуре есть и дисконтники, консультанты, и лидеры. Есть такая статистика, что дисконтники, дисконтные покупатели, как вы с ними не работали, как вы их не обрабатывали, как вы их не рекрутировали, 5% из них уходит. То есть бывает разные причины, например, звонишь, там есть заказ, они говорят, нет у меня финансы, или я пока не хочу, пока у меня все есть, то есть они, когда им надо, они покупают. А консультанты, вот, например, берем, может быть, у вас тоже в структуре есть,
Вот, например, у меня, скажем, есть директоры, у кого в структуре в основном консультанты, да, и примерно 100 консультантов, которые каждый каталог делает минимально 30 баллов, и он получается директор, полноценный директор. И наши директора сидят и говорят: все, у меня есть каждый каталог, мои консультанты делают заказы, я полноценный директор. Но если вы каждый каталог не будете рекрутировать, то есть вы через полгода можете потерять половину из них, из этих консультантов. Поэтому пока мы не находим лидеров, будем рекрутировать, чтобы наша структура была стабильная. А самый интересный сегмент для нас, вот вы сами тоже написали в чат, это лидеры, да, я тоже с вами согласна. Если у нас будет 100 активных лидеров, то есть 100 активных директоров, то есть наша структура будет стабильная и будет расти и развиваться. Даже если вы будете отдыхать где-нибудь, или даже вы будете, например, не в связи, да, где нет интернета, да, но без вас ваша структура будет развиваться и работать. Но так как я сказала, все равно у нас есть исходники, консультанты. Так, вот следующий слайд. Почему карантин, вот карантин, катализатор самоизоляции? Вот я почему этот слайд выбрала, потому что есть повод. Из дисконта, из консультантов выбирать лидеров. Например, сидим дома, то есть карантин, да? Карантин дает нам шанс из дисконтников и консультантов сделать лидеров. У вас, конечно, появится вопрос, как это. Ну, очень просто. Начинаем рассказывать, например, я вот сижу дома, параллельно работаю через интернет, зарабатываю. И если хочешь, давай я тебя тоже научу. Потому что многие во время карантина сидят дома без работы, да, у них очень много времени. Если заметили, сейчас в последнее время в интернет... Так, Шахноз. У всех пропал или... Ага, все, тогда продолжим. Начинаем рассказывать о возможности компании, о возможности заработка, что можно заработать, сидя дома через интернет, и привлекать их именно для заработка. И очень многие, вот, например, я уже со своими дисконтными дисконтниками и консультантами начала этим заниматься, которые в данный момент сидят в карантине из других стран. Я им пишу, как у вас дела там. Они говорят, что нету, не можем делать заказ, так как у нас все закрыто, все такое. И я им начинаю: а ты не хочешь заработать через интернет, сидя дома, да, вот как раз деньги нужны. Они уже начинают интересоваться, когда первый раз я им предлагала, сказали: нет, нам не надо, у меня все есть, я просто хочу продукцию. А теперь они проходят обучение, проходят, изучают материалы, им интересно, и даже они, хоть сидят дома в карантине, начали делать заказы, чтобы от структуры получить объемную скидку. А какие методы для этого нам нужны, сейчас мы с вами все посмотрим и обсудим, с вами будем разобраться. Так. Вот лидеры, что нужно в период карантина? Так, как вы думаете, лидерам, что нужно именно в период карантина? Чем вы можете привлечь? Я хочу знать ваше мнение, потом
хочу поделиться со своим. Есть у кого-нибудь какие идеи там, как можем привлечь из дискотников, из этих консультантов, именно в лидеров, как их можно дальше развивать, удержать? Так, давайте. Возможность начать зарабатывать, сидя дома. Ага. Спасибо. Реклама, продукция, акция. Обучать. Спасибо, девчонки. Методы рекрутинга в период карантина. У всех есть смартфоны, телефоны, у всех есть интернеты в телефонах. Вот давайте просто самые легкие методы, которые все могут сделать, создать. Вайбер группы. У всех в телефонах есть вайбер-группы, иногда кто-то вас добавляет, даже вы не в курсе, даже вы удаляетесь, а обратно вас туда добавляет. Может, подумайте, как можно уже развиваться через онлайн. Создайте вайбер-группы, чтобы было вкусно и интересно. У нас вот есть вайбер-группы, и при этом еще... Туда мы добавляем своих консультантов, клиентов, которые постоянно покупают, и мы им делаем, как вы писали, рекламу продукции. Создаем продуктовые корзины. Я вам чуть позже покажу, что такое продуктовая корзина. То есть есть масса программ, которые вам поможут, как это сделать, продуктовые корзины. И вкладываем в эту группу, потому что, когда я иногда людям кидаю электронный каталог, они говорят, ой, у меня типа мегабайт заканчивается, у меня то не открывается, ну, начинается отмазки, а я делаю несколько продуктовые корзину, то, что идет в каталоге по акции, например, косметика для дома, да, 15 продуктов, цена я внизу пишу, что типа вот этот весь набор стоит 150 само. Или декоративная косметика, детские косметика. Вот несколько продуктовые наборы я создаю и кидаю в чат. Люди смотрят, иногда им вот так выгодно. Просто говорят мне вот из этих... Вот из этой продукта полностью заказать. Хочу, они просто показывают мне вот эту картину, которую я создала, они листают каталог. Личная страница в соцсетях. Начинайте уже активно развивать свои личные страницы в соцсетях. Прошлый раз вебинар Нигина рассказывала, да, как создавать, как сделать странички в соцсетях, так как я не смогла в тот день зайти, потому что у меня не получился, но я узнала, что Нигина про именно в соцсетях рассказывала, как именно с этим страничками работать. Если у вас не получается, как создать странички, вы можете зайти просто в YouTube, написать, как создать страничку в Одноклассниках, в Инстаграме, в Фейсбуке, там, ВКонтакте. Просто пишите, вам миллион видеороликов покажет, как можно создать, как можно красиво оформлять, и можете сделать рекламу, сделать... Да, обязательное общение с командой и клиентами. И потом можете через социальных сетей своих знакомых приглашать в бизнес.
или, в общем, на продукт. Так, очень хорошо помогает нам марафоны. Мы часто проводим у себя в структуре марафоны. Так, какие марафоны вы думаете, что поможет именно во время карантина для удержания вашей структуры? Есть у кого какая-нибудь идея? Марафон – это как конкурс. Марафон – это кто вообще проводит у себя в структуре марафоны. Так, марафоны по похудению, да. Еще. Отлично. Мы еще проводим марафоны по косметикой для дома. У нас получается как мастер-класс, но у кого больше фотографии или видеоролики именно с продукциями, да, тот получает у нас как бы хороший подарок. Да. Вот как раз, Фируза, будет время вам подумать, как можно вот этот все марафон перейти с офлайна на онлайн. То есть создаете чат, приглашаете туда своих участников, кто хочет именно участвовать на этот марафон, и уже даете каждый день задание. То есть каждый день задание, те, кто не выполняет задание, вы их как бы удаляете из группы. Вот, еще декоративная косметика, да, это тоже очень помогает. Такой марафон тоже мы проводили по декоративной косметике. И четвертый метод у нас реклама. Четвертый метод у нас реклама. Мы вот делаем рекламу через социальных сетей, там Facebook, Instagram, и вкладываем продуктовые корзины, разные, ну, видеоролики тоже мы вкладывали. Есть вопросы на эти, то есть методы? Вайбер-группы, личная страница в соцсетях, марафоны, рекламы. Нет. Так, еще, кто знает наш уникальный онлайн-платформа, там у нас вот уже 3-4 каталога как есть, Викиум. Кто-нибудь покупал эту программу? Есть кто у нас хочет обучаться, хочет тренироваться именно для мышления, для памяти, для, ну, для интеллекта? Если я не ошибаюсь, у нас эта платформа стоит 750 самон, дает 80 баллов, но вы получаете год обучения. То есть вы целый год будете обучаться на этой платформе. Я пока сама не покупала, но в отзывах читала. Многие девчонки у нас, те, кто уже приобрели, очень хвалят. Я вам тоже советую. Они говорят, что когда ты начинаешь уже обучаться, уже программа по твоей как бы мышлению настраивается, какая программа следующей тебе надо. Если у вас, как говорится, IQ выше, да, то получается вам потруднее задание дается. Если там, то есть вам, как сказать,
по вашей уровень степени образования, то есть вам уже эта программа настраивается. Еще как раз можете еще своим знакомым, своим друзьям рекламировать эту платформу, так как многие сейчас ищут обучение через интернет, ищут работу через интернет. Вот как раз они тоже могут через ваши личные кабинеты купить эту платформу и дальше обучаться. Советую всем, потому что такие отзывы писали девчонки. Аж просто хочу купить и сидеть полностью обучаться на этом платформе. Но если ваши консультанты начинают обучаться и будут отзывы, да, другие, если тоже подтянутся, вот вам хороший товарооборот. Еще у нас есть информационная платформа, да, и как раз это тоже дает, если они не могут делать заказ, не могут оформлять. Вот у меня вот девчонки из других стран, они покупают информационную платформу, да, делают 50 баллов и сидят дома, проходят обучение. Говорят, очень много полезной информации, как работают структуры, как, в общем, работать с продуктами. Поэтому рекламируйте эти платформы, они очень дает хорошую возможность для роста, то есть информация для мышления. Так, дископные покупатели, продуктовые корзины, выгодные предложения, марафоны и викиум. То есть, опять-таки, для дисконтных покупателей мы, как сказали, предлагаем продуктовые корзины. Я вам скажу, как у меня вот дисконтники каждый каталог почти делает заказы, потому что у нас есть очень много фотографий, сохранили, когда мы проводили марафон до и после применения продукции, да, я делаю продуктовые корзины и сразу кидаю им в чат и, например, сразу кидаю результаты. Вот, например, для духовок и плит, да, косметика для дома, скажем, 10 наборов, я сразу и набор кидаю, и на каждую продукцию кидаю до и после применения этих продуктов результаты. Очень много заказы, очень много. То есть активно делают заказы, потому что людям нужны зрелища, они видят, что дает эффект. Еще мы начали очень активно рекламировать, и те, кто уже прошли курс витаминов, например, Доброген, Омега, Живица, те, кто уже попробовали, они пишут, что реальный эффект, они пишут, что дает хороший результат, и видят, что есть отзывы, есть результаты, люди начинают делать именно заказ на эти витамины. К сожалению, у нас сейчас очень много в этом каталоге спрос на Доброген, но на складе нету, ждем. Многие хотят, но на складе пока нету. Асим обещал, что скоро будет. Марафоны, опять-таки, их для них отдельно можно провести марафоны для дисконтников. Один из марафонов легкий для них, там сфоткайте ваши продукцию, которую вы купили, да, именно в этом каталоге, у кого какая набор продукции, которую купили, и чуть-чуть отзыв, обзор. Пусть они снимут обзор, что они купили, зачем они купили, да, где-то минут 4-5 минутный ролик, и пусть выкладывают в чат
Это тоже дает возможность те, кто не делает заказ, видят, что они покупают, они делают заказ, и другие тоже потянутся. Так, и можно опять им рекламировать платформу Викиум и информационную платформу для дисконтных покупателей. Так, есть вопросы? А то я говорю, говорю. Если есть вопросы, пишите. Так, вот такой продуктовая корзина. Вот 4, 6, 7. 7 наборов, 147 самонов. То есть делайте красиво, чтобы людям было приятно, да, а то у некоторых я видела в этих соцсетях, то все есть, то там косметичка, то этот. Поэтому делайте красиво, и людям будет приятно, они как бы начинают делать заказы. Вот такой вчера мы уже в группах кидали, в чатах кидали, уже есть на такой набор заказ. Есть программы, можно без компьютера, можно сделать такой набор через телефон. А программа через Play Market, скачайте InShot. Девчонки делают через этой программы. Есть еще программа Canva. Можно через этих программ сделать. И потом есть онлайн-платформы, которые именно помогают создать такие продуктовые корзины через телефон. Но мы обычно делаем через компьютер, но у меня девчонки делают именно через телефон, InShot и Canva. Княгиня, онлайн-сервис точно уточню, потому что у меня там девчонки сказали, онлайн-сервис есть, они по-другому делают. Я точно уточню, какой сервис, я потом напишу в чат. Давайте вот насчет марафоны. Давайте сейчас придумаем, какие марафоны для наших консультантов, для наших лидеров нужны. Да, wellness. Обучающие марафоны. Насчет wellness мы уже получили супы, принимаем. Вот скоро у нас с нашей этой программы получается с 1 мая по 30 мая у нас будет марафон похудения. Вот именно по продукции wellness. И очень много желающих. То есть получается, если наберем там 10-15 человек, у нас уже будет нормальный товарооборот. Так. По рекрутингу. Да, по рекрутингу. Еще один марафон мы проводили среди лидеров. Забыла еще вам сказать. Когда мы делаем чаты по структуре, мы делим
Для лидеров отдельный чат, для общий отдельный чат и для директоров отдельный чат. И мы рассказываем, что те, кто выходит на уровень, например, 9%, они перейдут на лидерский чат. И мы один раз сделали марафон именно по обучающий метод. Вот Фируза написала «обучающий марафон». Там мы кидали каждый день задания. В этом чате были из, то есть, как сказать вам, из разных регионов Таджикистана консультанты, которые друг друга не знают. И неделя была разной темой. Первый день было знакомство. Я тупо взяла всех по... Те, кто друг друга не знает, разделила и дала им задание, что вы должны красиво презентовать друг другу в этом чате. Они в течение дня познакомились, вот начали узнавать и красиво начали презентовать. Первая группа, вот, например, презентовала, вторая, третья, то есть и так красиво презентовали, мне самой хотелось именно с этим человеком познакомиться. Да, вот Мадина пишет, было такое. А потом второй день уже мы выбирали тему, пишите ваши мечты, да, именно что вы хотите. А люди писали мечты. Третий день цель. То есть мы потом объяснили, чем отличается мечта от цели. То есть очень много информации в интернете. Просто посмотрите и дома сидеть, дома вот как раз можно придумать, какой марафон можно проводить. И для них было вообще интересно. Те, кто не выполняет потом задания, мы их удаляли из марафона. Вот была фишка, что люди не хотели уходить, то есть не хотели удаляться из группы, они старались сделать домашку и одновременно еще развивались. Так, не слышно или слышно? Да, марафон. Так. Фируза, да, можно придумать, вот как раз для своей структуры вы можете организовать марафон по работе онлайн. Уже можете выбирать сперва лидеров и дальше можете создать себе шаблон, как вы потом будете дальше работать, если будете находить новичков, новых регистраций. У нас мы... Находим людей через интернет, но дальше их надо обрабатывать, чтобы они постоянно работали. Для этого, Фируза, нужен ваш как бы шаблон, можно сказать, или система, ваша система, чтобы их удержать. Например, если нашли новичка, многие думают, что все, я зарегистрировался, вот сейчас, если найду новичка, вывожу на заказ и все, нет. То есть нашли новичка, то есть вы не будете объяснять 2 часа, да, как оформлять заказ. Просто кидайте видеоролик. Есть так, Do Record программа. Можно опять через Play Market скачать эту программу. Do Record называется запись с экрана телефона. Вот можете снимать видеоролики, как оформлять заказ на таджикском языке через приложение Фаберлик или через сайт. Просто кидайте. Нашли новичка, хочет оформлять заказ, да? Кидайте видеоролик, пусть по вашему видеоролику смотрят и оформляют заказ, чтобы на одного человека не терять времени, да, и объяснять, давай вот туда надо нажимать, вот здесь находится акция распродажа, то есть уже надо перейти онлайн и при этом экономить свое время. Еще вот методы оплаты, например, как можно оплатить заказ. Опять сняли видеоролик, кидайте в чат,
или личку этому консультанту, да, перед тем, как получить товар, смотрит ваш видеоролик и оплачивает. Так, я худшего фрукт шамбай. Здравствуйте, Фрух. Есть еще какие-нибудь вопросы именно онлайн? Так, если нет. Методы удаленной работы со структурой. Есть у нас рассылки для Viber и WhatsApp. Опять-таки, каждый день у нас развиваются разные программы, да, каждый день разные программы есть, выходят, выпускаются. Можете просто набирать по Google, да, есть рассылка для Viber и для WhatsApp. То есть вам не надо каждому сидит вручную отправлять рассылку, а просто одним кликом можете всех оповестить с информацией. Есть такая рассылка, можете найти в интернете. Почему нужна нам рассылка? Уже в чатах появился у нас отчет по желтеньким, да, кто у нас в желтом, а кто у нас удаление, кто не получил свой первый шаг, то есть можете сделать красивую рассылку, да, если оформишь заказ, как раз сейчас для желтеньким идет маска, две маски при покупке. Можете просто сделать красивые баннеры, да, и писать. Вот при покупке по такой-то сумме вы получите вот эти маски в подарок. И будете рассылать именно через Viber и WhatsApp. Ну, если есть Telegram, то через Telegram. Так, группы по сегментам, структуру Viber, WhatsApp, Telegram. Опять-таки, я как вам сказала, можно разделить лидеров отдельной группу, консультантов и дисконтников. И с каждым отдельно поработать, и для них каждый день дать информацию. Вот, например, у нас есть группа для лидеров, да, постоянно, если работаешь с лидерами, да, а у вас-то остается и консультанты, и дисконтники, для них тоже надо какая-то информация. Поэтому каждый день, если у вас будет полчаса-полчаса для каждой структуры, то есть в каждом сегменте, то у вас будет постоянно расти и развиваться все ваши сегменты одновременно. Фируза, пишите просто в Гугле программа рассылка через WhatsApp. Вам даст очень много, как сказать, программы, которые именно рассылают через WhatsApp. Если у вас все контакты ваши консультанты находятся в WhatsApp, потом можете рассылать через WhatsApp всем одновременно один текст, то есть не будете каждому вручную рассылать, а просто всем одновременно. Google в помощь, Фируза. Так, прямые эфиры через Instagram. Сейчас очень модно и интересно проводить прямые эфиры через Инстаграм, потому что многие не могут заходить на вебинарную комнату. Можно просто проводить прямые эфиры через Инстаграм для своей структуры.
на любые темы, да, чтобы каждый день быть с ними на связи. Тоже прямые эфиры тоже хорошо дает возможность для роста. Так, еще отдельные вебинары для лидеров. Вот можно ProofMe, вот этот вебинарную комнату на 10 человек зарегистрировать, именно если у вас там лидеры. Так, нигде не поняла вопрос. Какие сегменты, структуру, пункт второй? А, вот мы, нигде прошли сегменты, вот лидеры, консультанты и дисконники, да, для них там у нас отдельные группы. Например, для лидеров отдельная группа, вот именно с ними обсуждаем какие-то моменты, для консультантов отдельно и для всех общих отдельно. Вот именно про это я хотела сказать, что можно разделить, потому что у меня вот, например, видят консультанты, да, у лидеров своя группа, у них другое обучение, они стараются сделать тот уровень, чтобы перейти на этот группу и быть лидерами. Потом объявить именно в чатах, да, что будет вебинар именно для лидеров. И опять-таки им будет интересно. А насчет ProofMe я вам говорила. Можете зарегистрироваться на эту платформу. До 10 человек эта платформа бесплатна. То есть можете для 10 человек провести вебинары. Так, опять-таки, как тут зарегистрироваться, как сюда подключиться, как получить больше информации. В YouTube очень много видеороликов. Можете зарегистрироваться на эту платформу ProofMe и создать себе вебинарную комнату. И провести в неделю один раз хотя бы с лидерами вебинар. Что у них получается, что не получается. Вот, в общем, какая у вас проблема, вот можете провести планерку. Так, опять-таки, марафоны. Да, обязательно сделайте марафоны, очень хорошо помогает. И люди постоянно активно работают и кидают свои результаты в чатах. И еще онлайн-мастер-классы. Онлайн-мастер-классы можно, так как я сказала, не прям онлайн, можно снять видеоролик, 2-3-минутные видеоролики именно по применению продукции до и после, да, как у них получился. Или вот, например, крема. Как окрашиваете волос дома, да, или как уход за волосами, уход за лицо, уход за тело. То есть можно провести мастер-классы и вкладывать в чат те, кто не покупали или не знали, как применить, они видят, есть эффект, и тоже они потом начинают заказывать. Есть вопрос на этот метод? Меня слышно? Хорошо. Так, используйте уникальную возможность быстрого роста. Вот если вы сейчас начинаете вкладывать свою структуру, да,
начинаете уже делать свои наработки, как можно работать через онлайн. Скоро вы увидите, у вас будет колоссальный рост, потому что потому что из консультантов, из консультантов, из дисконтников вы уже делаете лидеры. Они уже начинают проходить обучение, начинают уже получать хорошую объемную скидку, да? У вас скоро потом будет колоссальный быстрый рост. Поэтому пока есть время, уже потихоньку переходите в онлайн, начинайте создавать свой метод, как хотите преподнести своим людям информацию, там разделите на три сегмента, да, кому какая информация больше подходит, кому не подходит, и уже начинайте работать с каждым из них, потому что каждый сегмент они связаны с друг другом, поэтому да, нам нужны лидеры, но чтобы все были лидерами, у нас как бы, как сказать, не все могут стать лидерами, кто-то остается все равно консультантами и дисконтниками, поэтому совсем надо работать. Но то, что я хотела с вами поделиться, вот эти методы были. Если есть вопросы, задавайте. Фатима, именно какой марафон нужен? Давайте тогда я вам сейчас чуть-чуть расскажу про марафон похудения. Как у нас этот марафон проходит? У нас до появления Wellness был, то есть марафон похудения только из других продуктов. Фитокс, Итлес, Омега там была. И очищающий чай. У нас как это марафон проходит? То есть объявляем марафон 2 недели вперед в чатах, что у нас скоро будет марафон. Кто хочет участвовать, они должны быть именно зарегистрированы в нашей структуре. И для них отдельно создается чат. Потом тот, кто проводит марафон, он через это все прошел, то есть он вкладывает туда свои фотографии до и после, каким он был и после применения этих продуктов, сколько килограммов он сбросил. И у нас там проходит марафон каждый день. Обязательно нужны весы. Каждый день ты утром встаешь, измеряешь себя и вкладываешь свои результаты. То есть у тебя сегодня, например, минус 1 килограмм. И там тот, кто проводит марафон, вкладывает каждодневное меню, например, тебе надо в день пить 2 литра воды. Потом тебе надо в день 5 раз кушать. И ты вот это все, когда ты кушаешь, сколько граммов, да, мяса, сколько граммов, сколько яблока, ты вот это все фотографируешь и вкладываешь в чат. Если у тебя нету вот эти фотографии, да, ты если не сделал в течение дня условия, то ты удаляешься из марафона. То есть там очень строго после марафона у всех хорошие как бы результаты, все довольны. Сейчас мы этот марафон будем с 1 мая не Фитокс и Итлес, а у нас будет теперь Wellness. Мы хотим провести этот марафон через Wellness.
Этапы. Так, Фатима, есть вопросы? Если нужны тебе, например, марафон похудения, ты можешь просто... У нас сейчас очень много видеоролики компания проводит именно на тему wellness, да, похудения. И там еще у нас идет йога, упражнения. Ты можешь посмотреть, поэтапно сделать себе шаблон, можешь сама проводить у себя в структуре в день, сколько калорий там, сколько надо выпивать. Но там марафон ты должна, чтобы контролировать, если у тебя не выполняют задания, ты их удаляешь. Потом они будут относиться серьезно. Так. Фрух. Этапы пострегистрации. Как удержать новичка из соцсетей в дальнейших периодах? Так, Фрух, у меня вот сейчас сегодня в вебинаре очень много девчонки участвует. Я многих, то есть, нашла через интернет. Так, мы их удержаем через обучение. У нас есть система обучения, мы их обучаем после регистрации, их находим через мессенджерах, через Viber, через WhatsApp или через Telegram находим и сразу им предлагаем. Хочешь постоянно покупать или вот возможности можно еще заработать. Они выбирают, говорят, что если хотят заработать через интернет, мы уже им даем обучение, они проходят и уже дальше развивается. Дальше уже, когда поэтапно проходит наше обучение, они автоматически добавляются сами через ссылку в эту группах, да, где, то есть по этапу, куда они должны добавляться, то есть мы не добавляем, то есть они сами прошли обучение, там есть ссылка, добавляешься автоматически сама в эту группу. И вот так мы их, как сказать, удержаем, и это, дальше они развиваются. Просто нужен система обучения, чтобы их удержать. Просто находишь, у нас очень многие находят консультантов, делают заказ и все, потом их теряют. А когда у тебя будет свой система обучения, ты им уже предлагаешь, что ты хочешь, обучаться, заработать или просто для себя предлагаешь. Если хотят обучаться, ты уже даешь им видеоролики, да, которые у тебя есть. Они будут выбирать, будут ли работать как ты или нет. Смогла ответить на твой вопрос? Есть еще вопросы? Спасибо, если нет. Так, если всем понятно. Еще один марафон вы можете проводить, Фатима. Как легко сделать 100 баллов? Так, можно проводить еще марафон. А как вывести новичка на заказ в интернете? Так. Юсуф, это вы, если находите новичка через интернет? Так, смотрите. Мы обычно сейчас находим через социальных сетей, да, людей, через Инстаграм предлагаем Фаберлик, через Фейсбук, Одноклассник.
и мы им кидаем опять-таки электронный каталог или продуктовую корзину. Даем им посмотреть, и как еще я вам сказала, мастер-классы для меня очень хорошо помогает вот этот метод, потому что есть капризные клиенты, так предлагаешь, говорят, нет, и так, то есть моя цель просто добиться, чтобы этот человек сделал заказ. Например, я что делаю? Кидаю продуктовую корзину, автоматически кидаю им фотографии до и после применения продукции. И потом кидаю им ценники, то, что в магазинах продается, да, например, шампунь по той же цене у нас продается, но у нас более качественно, я уже и так уже начинаю этого человека обрабатывать. Говорю, что у нас ты получаешь качественную продукцию со скидкой, плюс еще если сделаешь заказ на 275 самом, да, например, получаешь еще подарки, то есть в каком магазине тебе такой возможность дает. И тем более ты не будешь ходить по магазинам, да, собирать себе в корзину, да, продукцию и терять времени, а просто сидишь дома, заказываешь и забираешь в пункт выдачи. И люди делают заказ. Так, насчет еще одного марафона я хотела вам сказать. Марафон как делать легко 100 баллов. Сейчас у меня девчонки проходят этот марафон. У нас есть обучение. Вот опять-таки те, кто будет участвовать на этом марафоне, должны выполнять каждый день задания. Каждый день задания, чтобы дальше пройти, и в итоге дайте, чтобы им было интересно, мы каждый раз, когда они проходят обучение, мы даем диплом электронный, но вручаем им диплом, и они как бы стараются, обучаются, в итоге еще после получения диплома мы кидаем в общий чат, то есть у них этот как стимул появляется, что вот я скоро получу диплом, и меня будет хвалить в чатах. Так, как делать легко 100 баллов? Мы в основном в этой марафоне, те, кто уже участвует, они создают себе группу в WhatsApp или в Viber, потом приглашают туда именно своих знакомых, которые есть у них в телефоне, да, список знакомых, там, родственники, одноклассники, однокурсники, да, туда всех добавляют, там еще уже начинает каждый день вкладывает информацию о продуктах, например, угольный шампунь, детокс. Мы обычно что делаем? Мне нужен отзыв этого шампуня. Я просто захожу в сайт «Отзывик» там, или набираю в Гугле артикль этого шампуня и пишу отзывы. Мне там дает очень много отзывов. Я беру, делаю скрины, создаю слайды, да, и кидаю. Вот говорю, вот такой у нас супер шампунь. Коротко рассказываю, да, для чего он нужен, откуда, зачем, почему, вот все мы вкладываем в эту группу, люди уже начинают, то есть эти люди, они не зарегистрированы, то есть они просто потребители, и они будут потом дальше вам делать заказы. Вот сегодня как раз у нас было тема создать слайд именно по продукциям. Мы что сделали? Мы начали делать рекламу колготки. То есть делаем слайды, как продуктовые корзины, да, откуда производство колготок,
какой размер надо правильно выбирать, из чего состоит этот колготка, да? И в итоге еще кидаем в чат. Многие видели видеоролики, как даже, как сказать вам, видеоролик с этим, внутри колготки лук с ножом, даже если резет, колготка не порвется. Вот такой видеоролик кидаем, уже те, кто у нас в группах, они в личку пишут, давайте мне закажите такую колготку. То есть вот можно вот так людей вывести, именно если хотите делать 100 баллов, чтобы не упасть с мультиповара, можете вот так создать группу. И даже если они не консультанты, не как бы дисконтники, просто потребители, да, они будут вам делать заказ, вы потом будете им отнести. Можете еще им делать рекламу, если кто сделает, например, на 100 самон заказ, получит бесплатный крем для рук. Ну, можно вот так. Опять это можно, сидя дома, придумать и сделать такой чат. Но этот марафон, там очень много темы. В общем, как работать в этих группах. Но я вам коротко рассказала. Вот таким методом сегодня вот девчонки сделали рекламу колготки. Она пишет, что у нее пошли уже заказы на колготки. Знакомые видели, что дают вау-эффект, даже с ножом не порвется, и начали это делать заказ. Есть у вас вопросы? А то я говорю. Видимо, вопросов нет. Роза у нас пишет, что вопросов нет, так, много работы. Если у вас нет вопросов, у меня на сегодня все. Я очень рада, если моя информация вам чем-то поможет в будущем. Спасибо, Райхона, вам большое за продуктивный и за такой интересный вебинар. Как написала у нас Фируза Меликова, теперь предстоит много работы. Следующий вебинар у нас с вами пройдет 17 апреля. Вебинар будет проводить рубиновый директор Фируза Балтуева. Тема «100 баллов – это легко». Тема тоже будет очень интересной, поэтому присоединяемся все. Я вот смотрю, у нас в основном на вебинарах сидят лидеры. Очень бы хотелось, чтобы вы подключали своих консультантов тоже. То есть чем больше будет охват, тем больше пройдут ваши танки обучения. Я тут, я говорю, меня не слышно, что ли? Вы выходите, поэтому я отключилась. А меня слышно? Да-да, значит, меня слышно. Поэтому желаю вам всем удачи. До встречи в пятницу. Хорошей вам работы, хорошей вам недели. Всем огромный спасибо. Привет. Всех обнимаю. До встречи. До свидания.